Ассаламу алейкум, құрметті жамағат, эфирде жаңалықтар, студияда Жұққалан Руслан. Озған айықта болған мағыналы жаңалықтар үшін қысқа айтып білдірілге іздейбіз. Москвадан Культура каналы журналистері Қарачай милетіні тарихіні, әдетіні, әдебіні үшін кино етеділі. Қарачайны әскерлеріні бірі Қызыл қалада Ұлы Қорланы байрамына атап қазауатта ұрыш өткен жігітлеріні атлары жазылған әскертме ашылды. Жөгетай Аягыр шаһарынын администрациясы 2-чи номерли школунун катында адамларга жаңы солуу паркны ачты. Карачай Черкес Крал университетте белгили абаза литераторлорго аталган илму конференция өттү. Республиканын тамадасы Темрезованы Рашидны көзөлүү жиберүү болду. Анда калай маганалы затланы үсүнөн хапар барганын үсүнөн хапар айтады Халкечлан Узумурат. Черкесск шаһарынын ЗАГСына жарыклык мекеминде Карачай Черкес Республиканы башчысы Темрезлени Борис Бейни жашы Рашидны республиканы жамагатына, правительствого, парламентный эмда Кырал Думаны депутатларына жиберүү болду. Рашид Бориспеевич озган жылын тамамлай, калай иштетилдиктерини, эмда калай объектлештирилдиктерин энтеде республикада незат түрлөнүүлө болгонун үстүнөн хабар айтты. На государственную поддержку сельского хозяйства в прошлом году было направлено более 1,3 миллиардов рублей, в том числе 266 миллионов из регионального бюджета. Ее получили 860 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса. Тамада эң маганалы затны саулык саклоо болгонун чертти. Озган кыйын жылда коронавирус байламлы ишле көп болгандыла. Аны бул бирге 7 госпиталь ауруганы бакканды. Медицина кулукчулага да бүсүрүү этти. На работу в ковид-госпиталях привлечено 1142 медицинских работников. Помимо федеральных доплат, инициированных президентом Российской Федерации, уже с апреля каждый работник красной зоны или ковидной бригады получал и региональные доплаты. На эти цели мы направили 500 000 000 рублей из бюджета республики. На текущий год сохранены все социальные выплаты. В 2020 году на поддержку семьи, материнства и детства направлено 3,3 миллиарда рублей. В соответствии с посланием президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в 2021 году введены дополнительные меры поддержки семей с детьми. Все эти меры, безусловно, повлияют на увеличение рождаемости в регионе и улучшение качества жизни семей с детьми. Саби Туган республикада көп болурча, иги түрлөнүүлө болгону үсүндөн да билдирди. Аны кебик устазлага, элде ишлеген культура колукчулага, спорт калалада ишлегенлеге да хакларына кошулугун билдирди. Ограничения массовых культурных мероприятий, связанных с пандемией, отразились на активности концертной и творческой деятельности мастеров искусства, прихожу к культуре. Тем не менее, работники культуры использовали новые форматы работы, много времени уделяли творческому росту. Главная цель нашей работы в сфере культуры и профильного у нас проекта – сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в самых отдаленных населенных пунктах. Он реализуется уже второй год. За это время удалось добиться существенных результатов модернизации инфраструктуры учреждений культуры, поддержки работников и в развитии их творческого потенциала. Слово в продолжении о поддержке работников культуры – предлагаю с 1 января 2022 года ввести региональную доплату в размере 5000 рублей для работников домов культуры в сельской местности. Я думаю, что это будет такая существенная доплата. Но и при этом обращаю внимание правительства республики, глав городов, районов на то, что большое количество построено домов культуры. Республикада эндиги жыл 100 жылдыгын белгилейди. Аңга жораланып көп ишетилдиген үсүндөн хабар айтты. В следующем году, в юбилейный год, сделаем прекрасный подарок для жителей региона, где стартует строительство сразу 8 физкультурно-оздоровительных комплексов. Не менее значимым подарком к юбилею станет и первый в Карачаево-Черкесии Ледовый дворец в городе Карачаевск, а затем и в республиканской столице на 1000 мест. Скоро торжественно откроем для наших жителей стадион «Нар». Поручаю до конца текущего года завершить реконструкцию стадиона «Саулук-Карачаевск»,
Что касается адаптивной физической культуры, с 2016 года в рамках государственной программы республики «Доступная среда» адаптировано 12 объектов физической культуры и спорта. Также поручаю правительству ввести региональные доплаты, как и по работникам культуры, в размере 5000 рублей для работников физической культуры и спорта в сельской местности, также 5000 рублей. Дорогие друзья, минувший год прошел под знаком единства, единства людей, невзирая на национальность, вероисповедание и взгляды. В республике достигнута и сохраняется общественно-политическая стабильность и конструктивные отношения между всеми институтами гражданского общества, органами государственной власти, территориальными подразделениями федеральных структур, органами безопасности и правопорядка и общественными организациями, объединившими активную молодежь и людей старшего поколения. За это взаимодействие хочу сказать всем слова искренней благодарности. Халки члены Зумрат Токлана Рашид, Бердилан Расул, Джанглакла. Бизнес Республика Габукюлледе культура телеканалының журналистері келіп, Қарачай милетіні адабиятыны, маданиятыны, тарихин суратлаған фильм алғандыла. Толора Хапар, Жанкезаны Медина айтады. Арт көзуде Кавказ милетлерине жашауларына, тарихине, адетлерине улу магана берилди. Культура каналдан келгенле биринчи Карачай милетине үстүнөн кино өтөргө изилгендерин билдирдиле. Алар Карачайча конак байлыгы этип, Туздан була Карачай районун администрациясынын кулукчулары түбөдүлө. Районун башчысы Кушу Этерлан Спартак да не жанбада болушлук этеди. Мы снимаем фильм, цикл фильмов, который рассказывает о народах нашей страны. И многообразие народов Кавказа, невозможно себе представить такой национальный цикл без народов Кавказа. Мы уже были в Карачаево-Черкесии, мы были в Дагестане, мы поедем еще в Осетию. Я думаю, что если хватит сил, даст Бог, охватим все народы нашей страны, получится антология народов России. Но сейчас мы снимаем фильм о карачаевцах. Конечно, это не единственный титульный народ Карачаево-Черкесии, и мы очень рассчитываем, что у нас получится вернуться сюда снова и снять о всех народах, проживающих на территории Карачаево-Черкесии. Я была здесь, в этом Карачаевском районе, в 2016 году. Мы снимали другой фильм, проект другой. И я помню вот эти виды, когда захватывает дух. И это меняет что-то в тебе. Это природа. Это совершенно другое. Это когда находишься в большом городе, есть все время звуковое сопровождение. Все время машины, дороги, что-то электронное, техническое. А здесь ты находишься, и ты понимаешь, что ты можешь слышать просто шум воды, реки, птиц, тишину гор. Она другая. Она не такая, как просто тишина. И, конечно, для нас, для творческих людей, это огромный подарок. Мы сюда приехали, мы работаем, но с другой стороны, мы наслаждаемся просто жизнью, погодой, природой, красотой. Мы говорили о яках, мы будем говорить об овцах, мы снимали природу, снимали валяние шерсти, но это только самое начало, и в планах еще очень много всего. Конаклар республиканы көп жеринде болдула. Карачайны бешиги, инагы, хурзук, карчурт, учкуланга баргаларында адабият, маданият, тарихин, адетлерин бек жараттыла, сейрсиндиле. Кинону хазыр этип, кач көргүстүрүктүлө. Жекөзөн Медина халкечилерине Ахмат Бусталанали жаңылыкла Карачай район. Эллени шахарланы айбатлы этерге деген кыралыбызны улу программасы була Жөгөтөй аягы шахарына администрациясы 9 майда улу хорламны күнүндө 2-чи номерли орто школунун катында жаңы солуу паркны ачты. Андан толуураак бул сюжетти бизде хабар айтабыз. Республиканын ар бир элинде шаарында Жөгөтөй аягы шаарынын администрациясында мында жашаган адамдардын жашоо болумлары менен бирге солуулары да иги болуу үчүн күрөшкөлөй турат. Аңа шаардык эткенче жер-жерде сайбий оюнчу, шаарчыклар, спорт площадкалар, тротуарлар, жаяу жолчуклар аны кебек башка заттар этедилер. Бүгүн Аблайда 2-чи номерли орто школунун катында солуу паркны иштеп, адамдарга кайрыланууга бередилер. Аны атына да халкыбызны жигит уланы Улуу Ата Журт Казабатынын көзүндө танк полкунун командири болуп, Жаулабла Сермешкин совет союзуна жигити багатырланы умарыны жашыхарыну аты аталганды. Бул парк ачылганга белгили болгонда бизде ходатайда жазып мына бүгүн көрөсүздөр кесиби Сабиле да Улуула да былай да отуруп отдыхать этелер. Яны себепли кесибибиздин геройлорубузду биз билдирге керекпиз, сыйларын көтөргө керек. Биз көтөрмөсөк ким көтөрөт алган сыйларын? Өсүп келген төлге бек улуу кайры болуп эмне десең белгилүү болуп туруп да күн сайын көрүп туруп да геройубузду ал керти да
бек күшлі қазават еткенді, керті күшлі немесі болғандықтан себепті ол өсіп келген төліге, ма былайда элементарный урок мұжыт олай терге болуқла, былайда түрлі-түрлі ойылы терге болуқла, и қар бірі келген заманда былайда парк имени Богатырёва байқаны терекілі да, и ол бек ашқы, бек аламатты. И жүгітағаны мэриясына, мен как эксперт ОНФ, бек ұлу разылық білдіреме ОНФ-тен. Бек сау болсулла бізіні поддержать етіп, ма бүгін ма бұлай ача тұрғанымыз ба бұл немені. Жаңғы паркның ішінде адамлар соручая көп тапчалыла бардыла. Жаңғы терекле орналғандыла ала өсіп жетсілі күн үсіде салқын етеріктілі. Жолчуклага арю таш төшөлгенди. Дагы да бир игилиги Блайда стадионунда спорт оюнула болсола алага да карарга булукту. Бек көп адам, бек улуу ыраазылык берип кубанып туралла. Нек десеңиз, бүгүнге дейин булай жер жок эди. Кубанып туралла бар да. Солурга жер бар, сабили була келе ол тура каям карнеге да жарарык. Шаһарчылардын тилектери була этилип адамдардын жашоо болумдарын ийгилетири үчүн, саалыкларын бекитир үчүн көп түрлүү мадарлар куралдыла. Жүгөтө аягында энте жолла орамла ишленикле терекле орналыкла шаһарга айрылык, айбатлык келтирир часатланы эткелей турлуктула. Маалы караучулар, энди уа сизни хаба болумнусунан хабар айтырга чакырабыз. Тамбла майны 20-сында Карачечир кейседа. Жамур жаварыкты. Күндөз 23-24 градус эсселик болдукту. Эмирде ол 16-14 кетери түшеди. Тау районунда 19-21 градус болдукту. Суук аяз урулупту. Черкесск шаарында күндөз 26-27 градус эсселик болса да, кечеси салкынды 15-17 градуска дейин түшөрүктү. Таулага солурга барганланы МЧСнын колдоочулары сакылыкка чакырадылар. Миш, ну чем тебе так нравится Сицилин? Отличный магазин бытовой техники и электроники. Широкий ассортимент. Можно оформить доставку или забрать самому из пункта выдачи. Низкие цены, прямые поставки от производителей. Миш, может, хватит уже? А еще у них сайт удобный. Вау, только 7 дней, 1000 товаров по рублю и суперцены на все. В новом магазине Сицилин в Черкесске. Ждем вас. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Карачаево-Черкесская республиканская инфекционная клиническая больница и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом с 17 по 21 мая проводят Дни открытых дверей, приуроченных к Международному дню памяти жертв СПИДа. Каждый желающий может добровольно, бесплатно, по желанию анонимно пройти тестирование на ВИЧ. Черкесск, Ленина, 144А. Здание бывшего онкодиспансера. Телефон в Черкесске 20 50 10. Телефоны горячей линии 8 800 200 0200, 8 800 555 49 43. Остановим СПИД вместе. Пройди тест на ВИЧ. В 7 утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Домбае мы вещаем на частоте 104. Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Фиско. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102,8 и слушайте Радио России в Архизе, Зеленчукске, Тигерде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тебелиге дере газ бургалана тартып пожар мурат барды. Черкесск хабы звуку медеш зупитам за газахожинага окуаха шебочинуш. Нола районда
яңы социалық манелігі олған меканабы құрылысы басланяқ. Абаза район акыт көрпінула адзы агазадра көрыцай бзихара қазлы, еге амбро көрі аша ахитурала анхаракуа аушид. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Всероссийская государственная телерадиовещательная компания представляют 25-й юбилейный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». С 1 по 5 июня столица Югры вновь ждет журналистов-экологов со всего мира. Подробности участия на сайте фестиваля и во всех социальных сетях. Присылайте работы, участвуйте, побеждайте! Қарачайны әрттегелеріні бірі Қызыл қаладан ұлы ата жұртқа зауатқа кетіп, туған жерлерін жауладан сақлай, қанлы түзледе жан берген жігітлеге ескертме салынмаған еді. Ол кемлікні қората жүгіті аяғыны районыны администрациясы 9 майда ескертмені аштыла. Анан Халкечлан ұзымратыны репортажына қарағыз. Қызыл қала әл әрттегеліні бірі болғаны себепле, мұндан атлары мақтау бұлайтылған жігіттілері біз, ұрынуда, білім алуда, милетбізні культурасын көлтіруді, әмді жамағат политика ішіліге тірі қошылған жашлары біз чыға тұрғандыла. Бүгін бұ әскертмені ашылуына құрубу әлден болып қалмай, республиканы жер-жерінен көп адам келген еді. Не үшін десен, ұрыш башыланған көзуде алана аталары бұ әлден артқа тұрмай туған жұртларын сақларға қолларына сауыт алып атлағандыла. Күн суық болса, да қазаватта өлген жігітлені тудықлары, туғандан тудықлады митингке қошылдыла. Позвольте прежде всего поздравить вас с днем великой победы, пожелать здоровья, счастья, мирного неба над головой, благополучия. И вот говоря о этом великом дне победы, хочу сказать, что наши земляки, ветераны, фронтовики внесли свою лепту в этот день победы своими жизнями, своим здоровьем и добивались вместе со всей страной этой победы. Кроме того, и труженики тыла сделали немного, внесли немалый вклад в того, чтобы за 4 года мы смогли врага уничтожить в его логове в Берлине. Вдуматься в эти слова, глядя на нынешнюю ситуацию, мы понимаем, насколько огромнейшие усилия, сколько стоило терпения, сколько утраты было понесено нашими народами, чтобы достичь вот такой победы. Багалы жамагат, бизни элге энтэ бриги куанч жумуш этилди. Бу жумушту башлап, аягына дерип бардырганлага Аллах узак саулык берип, насип берип, тынчтык берсин. Ахыр письмома калай сыйынсын, саңады жүрек жарсыгу. Сөйлешкелі бар да ескертмені ішлегелдеге, аңада аланы аталарыны, аққаларыны сын ташға, атларын жазғаллаға да кеслеріні жүрек разылықларын білдірділе. Ескертмені жабуын ачтыла, өлген жігітліге шкоктан атып салют берділе. Бұ ескертмені ішлетірге Қызыл қалачы жаш, жаттуланы Хаджи Дауд кесіні ұлды үлішін қошқанды. Ол бүгінлікте елінде жашамаса да жүреге еліпле бірге ұрады. Мав елден бірінші ескі еліні бірі Қызыл қаладан да. Көре спизакка көре нен чадам барған, о заманда 4-5 жүз үй жашаған бұлайда.
Мал аны көбісі ма боқуан сабиле жаш адамда затыла білмейлі. Первый основной етілген әнші боғанды ол жаш адам өзік белген төлі қазават боғанда біліп. Анда кім қазават әткенден еліп. Ма бүгінгі бұ жарық күллінен әмені алаға кім бір дастап әткен білдіруші мол неме біле ақылла әткені біз әнші боғанды. Елі біз чашылды, чашылды бегеман жалқат туған. Ну, чашылғанлыққа мен сөз шу, имені чаға көп біле. Келген кеткен әліні жарылығынан әмесіне қарағалай турабыз қайдан мезгітіне, қабырларына әмеге. İmamı da cumuşlarını beri bol çıkan gerekli cumuşlarını elin unutkan olunca tüzülüp tüldü. Üstlerinde asker keyimçikleri bile kelgen gitçe sabiçikli, anaları ataları bile bizni rahat künge çıkarır üçün küçlerin karuların ayamağan atalanı sın taşına gokka hanslanı saldılar. Кечлене Зумрат Урумов Ислам Джигитей районынан жаңылықла. Алиланы Умарны атын жүріткен Карачай Черкес Крал университетте белгілі абаза литераторлағы аталған илму конференция өтті. Жанкезаны Медина Толура хабар айтады. Туга Владимир Баталовқа сай мабу екі ілмучу фольклор бұл литература веденен таман салған адамланы біредіні. Абаза тілді школада баш оқуыза веденелады, ала жазған қазырлаған китапла бұла оқойдыла. Қарача Черкес Крал университетте белгілі ілмучулаға атап конференция әту әдет бұғанды. Бүгін біздің Қарача Черкес Крал университетте мағаналы жұмыш барылады. Конференция бізді милетлеріні, Қарачай Черкес Республикада милетлеріні, адабиятларыны, фольклорларыны үшінден алаға талып, алан үшінде іздемішлі, қалай болғалла, қалай болға керекле, аны үшінден түрлі-түрлі әлімлі Құру Қарачай Черкес Республикан болып қалмайын, қоншу Cumhuriyatlardan, Rusya Federasyonu'ndan da gelip, Abkhaziya'dan da gelip, olayda an üstünden ulu kengeş bardırıladı. O mağanalı cumhur abaza adabiyatını tamalın salgan, anı östürülge ulu koşkan keslerinden bizde işlep turgan Batalov dep bolgandı. Қасай Жумарович, ана алында Тугов, Владимир Бадахович деп бұған аланы істеріне атап, алай етеміз бұл конференция. Аллай әлімлі қар милетті де бұғанды, Қарачай милетті де бұғанды, Ноғайда Черкесті, қалған милетті де бұғанды, аллайланы есімізге түшіп, аланы жолдары қалай бұғанды деп қарап, бұлайда бүгін құру абаза тіліне, абаза адабиат үсінден Әлемле жиыл мағалла Қарачай тіліне, Қарачай фольклорын үсінден, Қарачай адабиятын үсінден күрешкен әлемле школда оқытқан ұстазла ала да келгенде де ала барысы да біргеле кеңеш етіп, сүзіп, мұндан ары қалай жолдабыла барға керекті, Қарачай тіліне де ән ішінде, Қарачай адабиятыны да мұндан ары қалай өстіруге керекті, ән үсінден бек мағаналы кесаматла жұмысшылар бардылыққа деп әңгімелесеміз. Мероприятие Этерге Алашара деген халқы арасы организацияда болушқанды. Бері құры біздің республикадан, түл көп жерледен, Абхазиядан, Адыгиядан, Ставрополь крайдан, Дагестаннан, филология жанынан ұстала, илмучула келген әділі. Жилғалла барыста бір ауыздан айттыла, ана тіліні сақларға, жақларға, ол ішке ұлы әс бөлірге керек біз. Ансы біздің часаны аз милетлі антас Этерге болдық бізді. Ол іштеуі аналабла атала сәби туғалы ана тілді сөйлешіп, аңа сіңдірілге керектілерінде черттілі. Жанкөзәлі Медина Даурова Фатима Бостоланы Али жаңылықла Қарачай шахар.
Bu küllöde bizni Respublikada çekni saklağallanı profesional bayramları buldu. Karaçayını eskellerini biri Xurzuqnu Carıqlıq uyundu anı keyin belgeledili. Xalkeşlan Uzumurat toldura xapar aytadı. Хурзуг элни жараклыгы үй адамдан толуду. Бери элни жамагаты, Карачай району администрациясынын, дагы да башка жерлерден конокко келген эдиле. От имени командования пограничного управления в преддверии 103-й годовщины пограничных органов было принято решение, что совместно с нашей организацией провести акцию в приграничных районах Карачаева-Черкесии. Это Карачаевский, Зеленчукский, Урупский, ну и уже один район еще Краснодарского края, Мостовской. То есть там, где находятся наши пограничные заставы, выполняют задачи по охране границы. Акция, значит, она называется тем, чтобы показать, во-первых, жителям Карачаева-Черкесии, наш, еще раз напомнить, о существовании наших пограничников здесь, показать концерт силами нашего ансамбля «Песни и пляски пограничник Кавказа», ну и провести небольшое мероприятие, связанное с призывом рассказать о вопросах, которые возникают у местных жителей по призыву на контрактную службу непосредственно в наше пограничное управление, поступление в военно-учебное заведение наше, то есть небольшие такие вот еще мероприятия. Вот та задача, которая стоит вот сегодня, первый день, первый концерт на территории Карачаева-Черкесии из этой акции. Жыйылганга Хурзукну катында орналган чекчи управлениясынын колдоочуларына концерт көргүздүлө. Жырладыла, ойнадыла, тепседиле. Элчиле, чекчиле бир коншулукта бекиги жашайдыла, бири-бирине болушадыла. Була келмегеле, ну бурун ужул келген боор эле, була былтыр келмеген эле бизге быйыл келдиле. Бир жыл өткөндөн сура да бу ауруну заманында келенмей да турган боор эле. Беги аламат, бегиги концерт бердиле. Сабиле да сүйүп, улула да сүйүп карадыла. Элден да көрдүгүз, адамла да келип каргалларын. Ну эле бизге чел чыкты да, кеси да самый последний эл биз. Тауну түбүндө алай көп неме да жок. Тупсат да жер салган заманда болгон да неме иш. Иште көп туда, бул заманда, жаз заманда. Так келдиле концертке карадык, бек аламат концерт бердиле. Военный эле сау болсула. Көптөн бери Сабиле алай концертте көрмөгөн эле. Мен концертни көрдүм. Тепсегилерин жараттым, казабаттын заманда формаларын кийип бирилдим. Быйыл чекчи службага 103 жыл толду. Коронавирус ауру амалтын көптен бери былай жыйылуула болмай турган эдиле. Ол себептен элчилене кубанчылары уулуду. Биздин республикада Карачайны эрттегенлерини бири Хурзук булагоншулукта турган чекчи служба эң биринчи куралганланы бириди республикада. Халкечилени Зумрат, халкечилени Ахмат Жигутанов Роберт Хурзук элден жаңылыкла. Багалы караучулар, мунубай жаңылыкларыбызды бошайбыз. Сау калыгыз, эсен көрүшөйүк.